Всем привет, всем привет! С вами Кил Кунтак, и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Deluded Mind. Вчера мы дошли до этого места, и как-то сейв, получается, не сработал. То есть я зашел сегодня продолжать игру, и мне пришлось заново носить ксилофон, мишку и так далее. То есть непонятно, почему так произошло. Автосейвы какие-то очень далекие. Ну ладно, допустим. Желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита, если вы кушаете или любите пить чай во время этого дела. А мы будем продолжать игру. Так, что у нас здесь? Лиза, отец, мама и так далее. Записки никакие нельзя взять, да? Хорошо. Вот здесь у нас карта. I remember this case. It happened in one of the episodes of my favorite show. Diana loved it too, but had horrible nightmares after the episode. Кошмары, значит, да? Так, мы уже оказались заперты в клетке. И что там началось? Меняются фотографии местами. Точнее, все стали Лиза. О-о-о. Вот, нас опять вштырило этот галлюциноген, и мы очнулись. Который раз. Давай, друг мой, вставай. Нелегкая у тебя доля здесь. Ну, это и понятно. Так, хорошо. Нужно сразу смотреть всякие вещи эти. Мы уже здесь были, но вещи реально везде спамятся рандомно. Даже вот после того, как сейв не сработал, сегодня я заходил. Все нужные итемы, кроме мишки, я искал на разных уже, на других местах. Так. Ну, без фонарика, конечно, не очень. А как так получилось? Или это я не понял что-то. Да, нас отбросило назад. Отбросило нас назад. Давайте сюда сначала пойдем, окей. Пока непонятно. Нашего главного героя очень штырит эта штука. И в принципе, если представить себя на его месте, то да, можно согласиться, что у него проблемы. Но я бы не сказал, что это уже ад на земле. Просто ему всякая хрень мерещится, так сказать. А что у нас здесь? Все цифры те же самые, ничего не надо открывать. На кроватях ничего не лежит. Ну окей. Тогда надо, наверное, тупо идти назад. Я так полагаю. И код тот же самый, да. Нам игрушка намекает. Беги хоть туда, все равно тебе здесь, так сказать, полная задница будет. Постигнет братана нашего фиаско. Ах, все закрыто. Не пройти. Ну сюда нет смысла заходить без фонарика. Циферки тоже все остались на месте. Да.
А вот здесь уже интересно, потому что дверь заблокирована. А куда ж тогда нам идти? Вот здесь мы начали прошлый раз. Ну, не прошлый раз, а уровень начали, когда сюда дошли. Хорошо. Пока нету никакой опасности. Но в то же время и нету ничего такого, что могло бы нам подсказать, куда идти дальше. Здесь не надо уже ничего нам. Пойдем тогда не этим путем. Да. Значит, нам сюда. А туда можно было пойти? Ну или сюда, если... О, а не, здесь и было открыто. Мишка на месте. Мишку мы же отнесли точно так. Бежать не хочет. Вот сюда пойдем. Пойдем вот сюда. О, здесь уже кубик появился, но нельзя зайти. Все в грустных, мертвых смайлах. Прям печалька. Заблокировано. А здесь уже их нет. Да. Ладно, надо шкафчики заново открыть. Ничего у нас здесь нет. Мало ли. Да блин, ты подойди к ним. Ну, этот паук нас уже не пугает. Просто хотелось найти что-то новое. А нового ничего нет. И пройти, получается, никуда нельзя пока что. Интересно. Точно здесь, блин, ну как так-то? В чем подвох? Не понимаю. Так, выйди, выйди отсюда. Раз уж такие дела. На это никак не сработает. Прям загадочная мистическая хрень какая-то. Вот реально. Но тут, где мы появились, ничего не было. Здесь никакого взаимодействия нет. Непонятно. Реально. Так, так, так. Оказалось, нужно было прийти сюда и нажать на этот пульт. Конечно, протупил немного, но с кем не бывает. Так, пошла загрузочка. Ну, почти все. Так. Здесь у нас темно вообще. Это не записка, ладно. Ящики. Опа, и такой переход из больницы в какое-то более современное здание. Здесь, видимо, и есть администрация. Найдем сейчас мы нашего кореша. Это не открывается у нас. Блин, не видно вообще, что открываю. Там, скорее всего, ничего и нет. Какой миляшный такой нарисованный, да? Посмотрим, что у нас может здесь быть. Ничего нет. Вообще ничего. Закрыто. И сюда. Так. Ладно. Во. Уважаемый мистер Следж,
Как вы, возможно, слышали, распространяются слухи, что мы проводим эксперименты на своих пациентах. Чтобы внести ясность в этот вопрос настоящим письмом, я прошу вас провести все необходимые подготовительные мероприятия и назначить на 1.10.2009 года созыв пресс-конференции. Я лично приму в ней участие. Слухи, вероятнее всего, распространяются бывшими сотрудниками психиатрической больницы Хиллстоуна. Полагаю, вы понимаете, по какой причине люди, уволенные за свою некомпетентность, могут распространять подобную ложь. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы завершите все приготовления. С наилучшими пожеланиями, Айзек Хит, генеральный директор. Ну, да. Ты-то, конечно, оправдывайся, Айзек, но все мы знаем, чем вы тут занимаетесь. Ух ты. How did I get here? Да, как я здесь очутился? Тебя штырит, чувак, хватит тебе, блин, притворяться, что ты не понимаешь. А, ну так уже нормально, свет вырубился, да. Произошла чудовищная резня. Радио не вырубается. Ну, допустим, допустим. Кто там ползет? Вот это у нас тень только что дрожала вообще, конечно. Здесь что-то есть? Что-то закрытое здесь есть. Непонятно. А здесь полный мрак. Так. Я зашел в какую-то темную задницу. Ну там реально что-то должно быть, наверное, нет? Здесь дверь закрытая. Будем искать ключики. Без проблем. А, здесь должно висеть, нет? Ну конечно, это было бы слишком просто. Так, это не полочки, не у нас. Дверь заблокирована. Ладно. Где же могут быть ключи? А. Хм. Ты в темноте развернешься на 180 градусов. Типа намек на то, что мы будем по кругу здесь бегать, да? Дверца закрыта, а дальше темнота. Так. Блин. Не понял я. Только что здесь было по-другому. Здесь есть какая-то дверь. Где же ключ? А, вот. Нет, здесь и было светло. Я не могу бежать. Я уже устал. Это так и надо или в чем прикол-то? Ну, дверь-то заблокирована. Пытаемся выбежать. Но нам нельзя, надо дослушать, видимо, это радио, окей. Ждем. Все, радио закончилось, можно идти, да. Опа. Выключили там свет. Блин. Да ладно. О, здесь открылся проход. Пациент Дин Катрелл. Дата рождения прикольная. Место рождения, лечение, ад. Дата окончания лечения отсутствует. Комментарии. Взгляни на это с другой стороны, Дин. По крайней мере, ты теперь вместе со своей дочерью. Ну да. Да. Ты со своей дочерью.
А мы идем по кругу. О, блин. Закрой эту дверь. Фак. Так, ну здесь полная темнота. Надо слушать радио. Хочешь, не хочешь. Блин, здесь шаги приближаются к нам. Да, эта игрушка нормальная такая. Я не шагаю, это кто-то идет. Обернись, Дин. Да не хочу я оборачиваться. Просто жесть. Сейчас нам будет задница, да? Опа, снова мы здесь. Классно. Еще один кружок сделаем. Вау. Какие здесь украшения. Не детские. Ну, сделано добротно, так интересно. Понятно, ключей нет у нас. Туда я возвращаться не хочу. Надо снова, видимо, слушать радио, да? Или его нет? Радио у нас нет. Вот ключи есть. Так, бежим отсюда. Давай быстрее. Куда это мы? Дальше это темнота сплошная. Это же этот манекен. Записка. Диана нарисовала вот такую вот непонятную штуку. И что нам с этим делать? Как взаимодействовать? Нельзя. Ну, куда-то мы вышли все-таки. А, я понял, сейчас будет квест у нас, окей. Вот такая у нас получилась комбинация, и, скорее всего, она правильная. Сейчас будем бежать, пробовать. Уже набегался, капец. Больше бегаю, чем что-то, понятно. Так. Да, наконец-то. Флаг США. Мы уже какой-то soldier, скорее всего. Why the hell am I at home? Какого черта я дома? Дом, милый дом. Ну да. Дверь заблокирована. Ну, допустим. Принцесса Диана. Это та же самая Диана фотографии на этом, на доске объявлений, которые светились. О, нам звонят. Здесь ничего нет пока, ну ладно. Все заперто, заперто. О, здесь уже не заперто. Календарик. Ну, пошли вниз. Спустимся. Сара? Диана? Are you here? Да, они здесь сейчас нападут на тебя. Короче, такой круговорот комнат. Вон что-то уже лежит. Wow! I was beginning to think I'd lost that thing. My father gave me this amulet for my 8th birthday. It's made of a ruby heart carried by angel wings. They say it's connected to a guardian angel. However, I don't believe in such things. Так, мы можем эту штуку взять?
Нет. Я думал, там на стене есть ангел нарисованный, и типа ему как-то приложить. Ну, ладно. Ящички не открываются. Телефончик. This is your voicemail. You have one new message. Received on December 23rd, 2013 at 9:32 p.m. Received from 202-555-0150. Sweetheart, it's me, Sarah. I'm calling from a gas station. The taxi conked out, and the towing service won't be here for at least 2 hours. Can you pick me up on the corner of Prudence Street in Roseville? Callbacks are based on your ATIS fees. Please press 7. No more new messages. Так, нам что-то открылось. Еще ниже можно пройти. Снова ангел. Но музычка уже более тревожная. Такой типа день сурка у нас. Там что, просто флаг? Комната Дианы. Все очень темно. Вот это наша коляска с Мишкой. Только нет, это не Мишка. Здесь голова куклы. Ужас какой. Понятно. Снова звонят. This is your voicemail. You have one new message. Received on September 12th, 2014 at 7:39 a.m. Received from 202-555-0154. Dean, it's Robert. You don't have to come to the office today. We have another murder case. Most likely drug-related. Come to Harrison Street 45. I'll be waiting here for you. See you soon. Callbacks are based on your ATIS fee. Ну, понятно, обратный звонок нам не надо совершать. Унитазик. Смыть можно, не? Нашего отражения нет. Мы, наверное, вампир. Так, дверь заблокирована. К Диане, что ли, еще зайти? Diana, what's the matter? Are you okay? Do you have a stomach ache? No. Do you have a temperature? Let me feel your forehead. No. It doesn't feel hot. What's the matter? He's watching. Who? Who is watching you? The man in the closet. Diana, there's nobody in the closet. Look, I'll show you. Look. Даже так. Телефон, вот. This is your voicemail. You have one new message. Received on November 15th, 2014 at 9:43 p.m. Received from unknown. Callbacks are based on your ATIS fees. Please press 7. No more new messages. Жестко, жестко. Здесь нам уже ничего не надо. Что, обратно идем? Нет.
Нет, обратно нельзя. Вот так нашему агенту угрожают, когда он пытается расследовать очередное преступление. Ну, так и в реальной жизни происходит. Нечему удивляться. Ну, когда будет звоночек? А, записка. Дорогой агент Каттерл, если вы немедленно не прекратите свое расследование, то может произойти множество несчастных случаев. Пожалуйста, посмотрите прикрепленные файлы со смайликом тогда. С наилучшими пожеланиями, ваши друзья. Ну, тут у нас досье идет на меня и на мою семью. Да. Нарыли информацию полностью о нашем главном герое. Снова? Diana, what's the matter? You having bad dreams again? Lisa is trying to kill me. Lisa? Which Lisa? Oh, you mean Lisa from the TV show? Sweetie, that's only make-believe. Lisa doesn't exist. Try to sleep, okay? Okay, Dad. I love you. I love you too, sweetie. Good night. Кто же там был? Где наш телефончик? This is your voicemail. You have one new message. Received on December 24th, 2014 at 11:59 p.m. Received from unknown. Callbacks are based on your ATIS fees. Please press 7. No more new messages. Ну вот так вот. Угрозы уже достигли своего пика. И боюсь представить, что будет дальше. Дверь заблокирована, хотя, по идее, нам снова туда надо было бы. Хм. Ключики есть, но только... И написано смерть. Ну, кто бы сомневался. Очень мило. Ах, да. Получается, у нас... Душ тоже закрыт. Или что здесь? В комнате Дианы надо, значит, что-то найти. О, все, нас заперли. И что-то нам сейчас будет. Хм. Никак не выйти. Ничего не сделать. А что бы вы делали в такой ситуации, друзья? Вот. Кто-то играется с нами, пугает нас. Совсем все поменялось. Темные пустоты. Будем идти, значит, как и полагается, прямо. Даже можно пробежать. Буквально пару шагов бежит наш главный герой, и все. Я не знаю, как он может быть агентом ФБР, гоняться за кем-то, преследовать кого-то, если у него такие проблемы с выносливостью. Ох ты ж, блин. Точно, что ругательство, да. Да. Но мы не будем ругаться. Попробуем идти прямо. Да. Так и надо было. И все, и зашли в комнату Дианы. Со стороны ее шкафа. Что самое интересное. Вот ей казалось, что вылезет отсюда кто-то, что сидит кто-то в шкафу. Действительно, так и было. Мишка уже сидит. Папа, мама, я.
15.07.2015. Газ и отрезанные пальцы. А еще сверху вот. Дверь, доска. И агенты ФБР. Жестко. Так, 16.73. Надо записать. Думаю, пригодится. Идем дальше. Ах ты ж, елки, еще. 19.42. Хорошо. Хорошо. 42.71. Сколько же еще цифр здесь? 33.88. Ну, это уже непонятно. Где такой длинный код надо будет вводить? Побежали. Как же он уже задолбал уставать. 66.63. 68.85. Короче, здесь кодов очень много и непонятно. Непонятно, где их потом вводить. Так, что-то прорыв через темноту не удался. Никуда мы не выбегаем, а тупо стоим на месте. О. Интересно. Походу, эти кода нам не пригодятся. Да. Угнетающе все выглядит. Пока не будем обращать внимания на цифры, если что, вернемся. Давай, давай, беги. Когда уже на нас кто-то выскочит-то? Устает просто на ровном месте. О, наконец-то мы прошли куда-то дальше. 81. Или это семерка? А, запишем как единицу. Сюда зайти типа можно? Да. О, вот кто-то ползет. Ноженька, опа. 83. Ну, лезем сюда. 91. Ух ты. 66. Что это уже? На полу у нас свет? Мы типа по потолку ходим, да? 27. 97. 84. Ну давайте теперь будем бродить кругами. Наконец-то я эти блуждания по коридорам прошел. Я не знаю, потратил на это минут 30, наверное. Это просто кошмар какой-то. Так или иначе, мы вышли в какую-то комнату. Здесь стрелки, стул. Как будто допрос. На этот нам не надо садиться. Да, жестко. Что-то здесь открылось. Очень интересно, конечно, да. Ну, это тупик, но зато с новой цифрой, да? Да, надо было здесь сесть на стульчик. Ух ты, ёлки-палки. Какой вообще омерзительный. Арестант сидит. Зомбарь такой. Ладно, бежим.
Блин, нет, не уставай, не надо. Что у нас сзади? Пока свет есть. Agent Control, over. Agent Control, come in, please. Answer, Agent Control. Agent Control. Agent Control, can you hear me? I can hear you. Okay, good. How are you doing? I feel like shit. I keep having hallucinations. I'm going out of my mind. I don't even know if I'm really talking to you. Trust me, this conversation is real. It's not your imagination. Why are you hallucinating? That fucked up drug dealer gave me a hallucinogen. I keep seeing things, passing out, and having nightmares. It could be the new drug P83C. Criminals use it to drive people crazy, literally insane. The effects should subside by tomorrow. Listen, we've located your communicator and have dispatched a SWAT team to that location. It should be close by. Find it. Agent Page is already safe. Understood. Damn it! Something is interfering with our connection. I'm going to disconnect now. Good luck, Agent. Hello? Anybody there? Can anybody hear me? Предлагаю здесь паузу сделать. Мы уже и так находились сегодня, наблуждались. Дальше уже, скорее всего, будет финалочка, я так чувствую. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал. Дальше будем проходить эту замечательную игрушку и узнаем, в чем же ее концовка. Спасибо всем за просмотр, друзья, и до новых встреч!